Остановились мы на серии, где Баку только-только появился. Сегодня мы посмотрим вторую серию про пожирателя снов, которая называется «Изгоняем дух Баку из Насти с помощью старинной книги». Что это за старинная книга? Сейчас мы узнаем. Окей, это показывает, что было в предыдущей серии. Да. Баку, я тебя не выпущу! Она потом ее откинула. Блин, я все никак не могу привыкнуть, то, что в таких старых сериях есть тоже скримеры. Это потрясающе. Кстати, мне сказали то, что Баку озвучивает отец Сони, и я на самом деле в шоке, потому что голос, я его не узнаю. Возможно, этот голос такой в микрофон. Но я до сих пор не верю тому, что это отец Сони озвучивает. Это потрясающе, просто как голос меняется. Так, ну, походу, Сони потеряла сознание. И, наверное, ее чувство приведет, наверное, ну, мама или кто там. Или она просто встанет? А, она просто. Она просто очнулась, окей. Кто здесь? А, ей снится. Ей снится сон. Я сейчас надеюсь, здесь не будет второго скримера, да? Блин, страшно. Как вы это в темноте снимали? Окей. Настя? О, черт! Что ты делаешь? Ты поможешь мне? Что тебе нужно? Возможно, сейчас она во сне ей поможет. Я-то помню, такое было в Гарри Поттере, опять же. Там такое тоже было. Они же во сне что-то спасали там кого-то, не? Так, мне уже не страшно. Мне уже не страшно. Мне уже не страшно. Настя? А почему она без этого? Настя, прости меня, пожалуйста. Я не думала, что так получится. В таких старых сериях, мне кажется, заложено больше смысла и больше души, вот, чем в новых, да? То есть в новых сериях, по-моему, такого не было. Да, они путешествовали во времени, но вот, знаете, такого скрытого подтекста, такого сюжета глубокого, да, не было, по-моему. Я не хотела. Соня, я знаю. Не вини себя. Он очень хитер. Смотри-ка. Настя, во сне. Ты теперь с Баку делишь одно тело на двоих. Да, только он наяву, а я во сне. Я просто в шоке с того, что он сейчас же существует в новых сериях. То есть с этого все и зарождалось. Но он не учел, наполовину, что я теперь владею миром снов. Я могу связаться с тобой. Настя. Вау. Знаешь? То есть сколько всего можно с помощью этого сделать? То есть ты же можешь прокрадываться в сны разных людей, по сути, и что-то там менять в их мировоззрении, в их настроении на следующий день, допустим, в их мыслях. Как мы можем от него избавиться? Да, я знаю. И еще он не учел, что мы теперь делим один и тот же мозг. И теперь я знаю все его секреты. Еще много того. Какой-то Баку не очень-то и умный, по-моему, нет? Чего бы не хотела знать никогда. Настя, скажи, как от него избавиться? Что нужно сделать? Я на все готова. И еще я узнала, что возле нашей церкви спрятана старинная книга. О, я не люблю церкви, ребят. Если в этой серии будут церкви, мне будет очень стрёмно это смотреть. Баку знает о ней и направляется туда, чтобы найти ее. Он знает, где она. Ну почему Баку? То есть ты вместе с Баку, получается, потому что вы же делите тело напополам, и ты знаешь, что он задумал, а он знает, что ты задумал. Встать сам не может. Ходу ему туда нет, ведь он нечистая сила. Сам дух, может быть? Ходить нельзя, и он все время думает, как и с помощью кого ему ее оттуда достать. Подожди, то есть это дух, который может просто летать и вселяться, по сути, в любые тела, или только в Настю у него получилось вселиться? Ну так вот, в книге этой сильнейшее заклинание написано, как его из реальности отправить обратно в мир снов. Окей. Но избавиться от него, к сожалению, навсегда нельзя. Но после этого заклинания он здорово ослабевает и может долго нас не беспокоить. Ну как я... Окей, вроде план очень легкий, поэтому так пошли. Я иду. Он сам тебе покажет, где она и как ее достать, а потом попросит серьезно? С территории храма. А ты ее достанешь, прочтешь заклинание и все.
Мне кажется, у них ничего не получится, потому что Баку, ну он хоть и глупый, но не настолько. Готовы? Но ведь он меня знает. Он наверняка попросит об этом кого-нибудь другого. Да? Ты должна одеться так, чтобы он тебя не узнал. Беги, поторопись, просыпайся скорее. Оу, вот это было стрёмно. Мне нужна маскировка. Интересно, как это сейчас приденется, чтобы ее не было заметно? Просто оденет другую куртку или что? Шарф там, шапка. Баку все-таки тупой. Давайте вот остановимся на этом. Баку тупой. Если он не узнает ее. Что это такое? Алло? Можешь уложить свою одежду на денечек? Спасибо, сейчас забегу. Что? Куда она позвонила? Что? А, типа в какой-то сервис, что ли? Ух ты. Вау. Эй, пацан. Серьезно? А так переоделась? 500 рублей заработать не хочешь? Само собой. С обратной стороны обойди и вон под теми камнями. Серьезно, блин, я просто должен этому похлопать, а вы за это должны поставить лайк, потому что ну книжка лежит. Это потрясающе. Ты мне ее достань, и 500-ка твоя. Она реально не похожа на себя. Она реально не похожа на себя, ребят. Мне стрёмно это смотреть. Блин, церковь, я не люблю такие. Вы реально снимали вот на этой территории? Не пета? Это книга. Да, ищи ее сюда. Да, сейчас только посмотрю, что там. Эй, пацан! Так не договаривались? Баку, пожиратель снов, в кошмарах живущий и кошмары жрущий, приказываю тебе. Эй, пацан! Блин, когда я услышу голос, мне стрёмно становится. Ты что, элемент делся? Прекрати! Немедленно! Вернись в царствие снов, откуда выбрался, и забудь о мире яй. А, серьезно, так просто? Они сейчас просто избавятся от него? Выйди из тела, коим завладел, а бла 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 бла. Окей. Подожди, не может быть все так просто. То есть сейчас она просто очнется и там будет просто Настя по итогу. Настя, Настя, очнись. Соня, он ушел. Либо он врет. Да, Настя, я знаю. Ты спасла нас. Он врет. Ставь лайк, если было... Стой, подожди-ка, он врет. А, там просто комментарии. Ребята, здесь, по-моему, что-то не так. Я хочу узнать, что будет в следующей серии, потому что, ну, меня это реально цепляет. Ну, а если вам понравилось очередное видео не бета дрожилок, не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал, если ты новичок. Ну, а меня зовут Рома, я ни в коем случае не прощаюсь с тобой. Увидимся на следующем видео.